Хватит решать за меня. Этот цирк без меня. Мне некого выбирать. С такими лозунгами ивановцы вышли на протестный митинг в сквере у цирка. Всех их объединяет одно. Они собираются бойкотировать президентские выборы 18 марта. В минувшее воскресенье в 14:00 в десятках российских городов, несогласные с действующей властью, собрались на площадях и в скверах на забастовку избирателей. Большинство митингующих – сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, которого ЦИК не допустил до грядущих выборов. Мы сегодня будем говорить о забастовке избирателей, мы будем говорить о том, что, к сожалению, у нас нет возможности принять участие в честных выборах, нет кандидата, за которого мы сегодня проголосовали, поэтому мы сами не пойдем на выборы и вынуждены предлагать жителям Иваново последовать нашему примеру. С 1 февраля Александр Румянцев уходит с поста координатора штаба, по нашей информации, из-за прекращения финансирования регионального отделения. Митинг планировали провести на площади Ленина, однако в мэрии сообщили, что эта площадь уже занята, и предложили собраться возле мемориала «Красная Талка». Сторонников опального политика это не устроило, и они решили выбрать местом сбора сквер мастеров, где разрешение на массовые акции не требуется. Реакция городских властей последовала незамедлительно. Владимир Шарыпов обратился к начальнику департамента внутренней политики с предложением запретить несанкционированное собрание в сквере у памятника Фрунзе. По подсчетам организаторов, на митинг пришло около 2000 человек, навскидку в 10 раз меньше. Вы зачем пришли сюда? А я потому что не верю в действующей власти. Все кандидаты, вот, на мой взгляд, они все подставные. Они все действуют с разрешения Путина. И Путин тоже врет постоянно. Я ему не верю, я пришел сюда выразить свое мнение. Я сюда пришла, чтобы высказать свою поддержку забастовки избирателей, то есть потому что я считаю, что выборы являются фарсом, поскольку, во-первых, результат заранее уже известен, во-вторых, даже не все допущены до участия в выборах в нарушение Конституции. А зачем поддерживать забастовку? Ну, чтобы выбор был на выборах. Но вы же не пойдете на выборы. Не пойду. И какой же тогда выбор? Забастовка. По сравнению с другими городами, в Иванове митинг прошел без происшествий и вмешательства полицейских. По всей стране правоохранители задержали около 250 человек, в том числе самого Навального. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.